Красным поясом Коновалов Георгий, Московская область. Синим поясом Филимонов Руслан, Саратовская область. Готовятся девушки 12-13 лет, вес 33 килограмма, Завролина Кристина, Ростовская область. Плещинова Дарья, Московская область. Время не идет у вас. Время! Смена судейской бригады. Первая техническая красная ударная готовища. Ладно, бери. Попей. Ножку оттяни. Оттяни ножку. Неэффективные технические действия. Так же. Левую ручку стоять к ней. Качай левую ручку. Дави его. Дави на него. Не держи чулок. На него говорю. На него. Неэффективно. Замирай. Активность красного бросок. Считать движение красный. Держи. 10, 15. Защита номер 6. Свердловская, красный пояс. Наконец-то хорошо. Синий пояс, Братанская область. Приготовиться. Мусор, Степан. 2 балла мысли с красным поясом за полное движение. На руках, Жора. На руках. Красному. Держать! Считать движение синего. Все, не считай! Судьи, оцените бросковую технику предыдущего эпизода. Жора, на руках! На руках! Актив, начало удержания, активность бойцу с синим поясом. На руках! Бал красному, бал синему. Считать движение синий. Ушел. Да! Активность! Красное удержание было. Активность красного бросок. Удержание 10 секунд. Один балл в один синий бой. Жора! Жора! Георгий на руках! Защита неэффективна. Как ты можешь руками бить? Жора, на руках! Активность бойцу с красным поясом за бросок. Равные возможности. Красный дал. Молчи ему. Все, сиди. Счет боя 8-7. Победу по баллам одержал боец красный пояс Коновалов Георгий, Московская область. Давай.